Миш, ну ты только не сказал ничего. Тебе понравилось, как я танцевала? Ну, Викуль, ну ты же знаешь, что я ничего в этом не понимаю. Но ты была прекрасна, как всегда. Кстати, сейчас придем домой, откроем бутылочку шампанского и отметим твой дебют в качестве прима-балерины. Давай. Давай, давай, я так рада, так рада, так рада. Вика? Вика, что с тобой? Не знаю, очень больно. Вику уже месяц мучила острая боль в ноге, и никто не мог определить причину ее недуга. Здравствуйте. Мне посоветовали к вам обратиться. Здравствуй. Что, нога болит? Угу. Очень. Но не стой. Зря не труди ногу. Пойдем в дом. Ну, рассказывай. Давно у тебя нога болит? Месяц назад у меня ни с того ни с сего появилась острая боль в правой ноге. У меня муж врач, и он меня провел по всем специалистам, но ничего не нашли. Вы можете мне помочь? Это вопрос жизни и смерти. Рано тебе еще про смерть думать. Вы не понимаете. Я балерина и служу в нашем театре. Мы сейчас «Жизель» выпускаем и должны ехать в Москву на международный конкурс. У меня заглавная партия, а я не могу нормально репетировать из-за этой больной ноги. Тяни носок, Кать. Спину держи. Что, опять? Да. Я вообще не знаю, что происходит. Вика, это уже третий раз за три дня. Если ты через неделю не приведешь себя в форму, я тебя заменю. Ты не можешь со мной так поступить. Вика, чего я действительно не могу, так это выпускать премьеру с хромой Жизелью. Я не могу рисковать нашим участием в конкурсе. Премьера через месяц, поэтому без обид. Либо ты работаешь в полную силу, либо... Никаких либо. Через пару дней со мной все будет нормально, обещаю. Понимаете, я не могу упустить этот шанс. Я с таким трудом добивалась того, чтобы стать примой, и сейчас в один момент могу все потерять. Крапива жгучая, слуг за рекой, боль успокой, покажи, в чем дело, душа болит или тело. Давай ногу. Что чувствуешь? Не болит. И не жжется? Нет, ничего не чувствую. Это ж крапива. Стало быть, причина твоей хвори не в теле, а в душе. Ты очень хочешь что-то забыть, а душа от этого мается. Напоминает болью то, что забывать-то нельзя. Не понимаю, о чем вы. Дело твое. Но пока ты душу свою не успокоишь, нога так и будет болеть. Ну, дайте мне какое-нибудь средство, чтобы нога не болела хотя бы какое-то время. Мне же репетировать нужно. Вот тебе заговоренный сбор. Заваривай его и делай ваночки. В нем киржачок алтайский, он боль успокоит на время. Но знай, нельзя просто забыть то, что точит твою душу. Пока ты не разберешься с этим, недуг твой не пройдет. Мои заговоренные травы помогли. Уже на следующий день недуг отступил, и Вика надеялась, что хворь больше не вернется. И ей не придется вспоминать то, о чем она хотела забыть. Как ты себя чувствуешь? Представляешь, нога не болит. Я сегодня впервые за целый месяц крепко спала всю ночь. Дай посмотрю. Собираюсь на репетицию. Ты с ума сошла? Ты вчера еще ходить не могла. Даже не думай об этом, я тебе как врач запрещаю. Мишенька, ты как врач месяц не мог определить, что это такое. А я вот сама нашла рецепт этого отвара, и вуаля, нога прошла. Вик, послушай, мы с тобой уже 3 года женаты. И все эти 3 года балет был у тебя на первом месте. Но сейчас, сам Бог велел взять паузу. А?
Ну, к черту эту Жизель, ну, давай ребенка родим, а? Мы же мечтали. Ты вообще нормальный? Ты понимаешь, насколько это важно для меня? Я буду танцевать в Москве. Это же... Ну, это моя мечта, это имя, это успех. И если ты меня любишь, ты должен поддерживать мои начинания. А ты... Да какие вообще сейчас могут быть дети? И ты знал, что женишься на балерине. Видишь? С моим здоровьем все в порядке. Так, девочки, через 10 минут репетиция. Я сам. В чем дело? Опять нога? Все хорошо. Все будет нормально, обещаю. У тебя 5 минут? Давай без фокусов. Катя, на сцену. Ну, что с тобой такое происходит? Да опять эта нога. Я ее вроде бы вылечила, она снова заболела. Это плохо. Вообще, с этой премьерой одно сплошное невезение. Сначала Лера подскользнулась на этой дурацкой лестнице. Да еще так сильно, до сих пор в больнице. Теперь вот у тебя нога разболелась. Так мы совсем без солисток останемся. Ну, с Лерой, конечно, это вообще из ряда вон. И как она не заметила, что ступеньки скользкие? Ну, там темно было, лампочка перегорела. Хотя, ты знаешь, я до сих пор не могу понять, кто такое вообще мог устроить. Ты точно кто-то из новеньких? Только после училища. Ну а что, подстава совершенно детская. Они сейчас такие борзые, а сразу в примы лезут. Ну да, новеньких сейчас полно, и все рвутся в солистки. Кстати, давай мы с тобой дополнительно позанимаемся, чтобы ты форму набрала. А то, боюсь, мой драгоценный муженек тебя заменит. Он мне уже говорил, чтобы я Катю на всякий случай готовила. Да ты что? Слушай, ну, конечно, я готова день и ночь заниматься. Ну, ты меня 100 лет знаешь. Если я упрусь, у меня все получится. 100 не 100, но 10 лет точно. Я хорошо помню, как вы с Лерой к нам в училище из Перми перевелись. Две такие подружки, хотя такие разные. Одна как будто сразу родилась балериной, а вторая такая с упорством. На 10 хватит. Лерка, привет. Привет, Вичка. Я так рада, что тебя выписали. Все хорошо? Твоя любимая подруга всю плешь мне проела. Отпусти или сама сбегу. Вот пришлось его выписывать. Завез ее к нам, чтобы с тобой поздоровалась. Молодец, что завез. А кофе в этом доме дают? Конечно, сейчас сварю. Ну, рассказывай, как там у вас все? Я в больнице сначала начала заниматься, а завтра к вам на репетицию приду. Пойдем на кухню. Будем кофе пить и сплетничать. Вика совсем недавно стала прима-балериной, но внезапно у нее заболела правая нога, и карьера оказалась под угрозой. Вика обратилась к знахарке за помощью. Знахарка определила, что болью душа Вики напоминает ей о том, что Вика хочет забыть. Знахарка дала Вике целебный сбор, чтобы заваривать его и делать ванночки для ноги. Но предупредила, что пока Вика не разберется с тем, о чем хочет забыть, недуг ее не пройдет. Однако Вика упорно делала вид, что не понимает, о чем идет речь. Вот что на нас валится все время? Я травму получила, вылетела из спектакля. Теперь у тебя проблемы с ногой. Алла предупредила, что он мне замену готовит. Катю из новеньких. Кого? Ну уж нет. Тебя еще на моем месте я могу стерпеть, но Катю – дудки. Вичка, ты должна справиться, ты же упорная. Еще в училище самая старательная была. Я помню, как ты часами сидела, засунув ноги под батарею, растяжку отрабатывала. Ну, не всем же так повезло, как тебе. Ты у нас от рождения гуттаперчивая. А мне постоянно приходится работать. Я боялась, что меня выгонят, потому что данных недостаточно. Ну, зато меня за вес все время ругали. А потом мы так гордились, что Алла из семи лошадей не нас выбрала и опекала. Да. У нее такие перспективы были. Вообще не понимаю, зачем ей понадобилось так сразу рожать. Ну, так врачи же ей аборты запретили делать.
Она ребенка выбрала, не карьеру. Ладно, переодевайся быстрее, пойдем в зал, а то Алка опять ругаться будет. Вика заваривала мои травки, и это помогало ей на короткое время. Но она упорно продолжала репетировать и не хотела разбираться в причинах своего недуга. Нет, нет, Вик, это никуда не годится. Работаешь в полноги, нет куража, амплитуда слабая. Не волнуйся, на сцене я выложусь. Да, я думаю, может, и не стоит рисковать. Я тут просмотрел одну новенькую, перспективную. Кастинг, как обычно, в койке проводил? Тише, тише. Если ты думаешь, что можешь выбросить меня, как старый башмак, ты сильно заблуждаешься. И вообще, у меня есть видео наших с тобой индивидуальных репетиций. Ты же не хочешь, чтобы их увидела твоя любимая жена? Ну, не кипятись. Никто никого не выгоняет. Работай. Работай. Вы были правы. Я действительно пыталась забыть, что получила за главную партию через постель балетмейстера. Но недавно пришлось об этом вспомнить. Ему напомнить, чтоб не забывал. Но нога все равно болит, и еще даже сильнее, чем раньше. А времени до премьеры осталось совсем немного, всего лишь 2 недели. Ну, что мне делать? Ты не меня. Ты душу свою спроси. Вы считаете, что я мужу своему должна рассказать об измене? Да это вообще была несерьезная измена, это только ради дела. Да это вообще все в прошлом. Вы мне лучше дайте какое-нибудь средство посильнее, чтоб нога не болела. Болотный сабельник, да кипрей. Дух негодный прогоните, душу освободите. Вот, выпей. Горько. Это на душе у тебя горько. Не о том ты забыть хочешь. Не в измене дело. Не из-за нее твоя душа болит, а из-за того, что еще можно исправить. Не понимаю, к чему вы. Не хочешь, не говори. Но пока ты сделанного не исправишь, недуг твой не пройдет. Ну а сейчас-то мне что делать? Я репетировать нормально не могу. Вот возьми, это мазь заговоренная. В ней сок болиголовы и другие травки. Они снимают боль на несколько часов. Но если не прислушаешься к моему наказу, скоро вовсе танцевать не сможешь. Раз, два, три. Вика, держи спину. Раз, Лера, руку круглее. Раз, два, три. Так, молодцы. Передохните минутку и будем прыгать. Лер, ты только посмотри на эту звезду. Она, походу, еще даже фуэте не освоила, а уже в приму лезет. А никто никуда и не лезет. Это вам давным-давно уже пора дорогу молодым уступить. А то у самих-то ноги уже не держат, да? Посмотри, она еще разговаривает. Лучше бы танцевать научилась, чем хамить. Моя мазь помогала Вике не чувствовать боли во время репетиций. И она решила, что со временем нога сама перестанет болеть. Вике совсем не хотелось исправлять то, о чем она старалась забыть. Слушай, вроде только недавно училище закончили, а уже молодые на пятки наступают. А вдруг Антон и правда ее в Москву возьмет? Не возьмет. Не посмеет. Я столько репетировала, это моя партия. Должна была быть моей. Я так скучаю по сцене. Да выйдешь ты еще на сцену. Это не последняя премьера. Ах, как же я тебя понимаю. Я сама сейчас только об одном думаю. Как я хочу танцевать на столичной сцене. Хочешь, значит будешь. И уже очень скоро. Нет, это все не то, Вика.
Лера, покажи, как нужно танцевать. Ты что, я же еще не могу прыгать. Черт, извини, забыл. До премьеры неделя, а у меня не Жизель, а какая-то механическая кукла на сцене. Потом, Вика, я все понимаю, у тебя болит нога. Но где твоя душа? Ты танцуешь про любовь. Алла, делаем прогон с Катей. Это Катя ни кожи, ни рожи. Только пришла и уже успела нам дорожку перейти. Знаешь, что я подумала? А это не она мне тогда масло на ступеньки налила? Вполне возможно. Ты только посмотри на эту Катьку. По ней сразу видно, что пойдет по трупам. Вика не хотела думать о своих ошибках, которые она когда-то совершила. Пыталась она с помощью моей мази совладать со своим недугом. Вик, мне очень жаль, но Антон сказал, что премьеру будет танцевать Катя. Я пыталась тебя отстоять, но Антон уперся, мол, Вика нестабильна, а рисковать он не может. Блин. Хотя, ты знаешь, мне кажется, с Катей он еще больше рискует. Она, конечно, технически неплохо подготовлена, но у нее совсем нет опыта, одни амбиции. Ну, честно говоря, в труппе есть девочки, которые танцуют гораздо лучше, чем Катя. Антон почему-то выбрал ее. Хотя понятно, почему. Тебе понятно? Мне непонятно. Может, поделишься? Алла, извини, но я не хочу говорить на эту тему, а то получается, что я сплетничаю. Еще разговор касается твоего мужа. Ну, тогда тем более говори, какие могут быть секреты от лучшей подруги. Что, Антон и Катя, у них что-то есть? Ну, вот ты сама все знаешь. Я просто своего мужа знаю. А тебе это откуда известно? Ну, в общем, я их сама видела. Я последняя из душа выходила, пока с этой ногой провозилась. Ну, короче, в общем, захожу я сюда, а Антон с Катей прямо здесь. Ты извини, я просто никак не могла тебе сказать раньше. Понятно. В общем, он опять взялся за старое. А я его предупреждала. Ладно, я разберусь. А эта Катька вылетит у меня как пробка. Вика продолжала репетировать сольную партию в «Жизели», несмотря на то, что нога по-прежнему болела. Когда боль стала невыносимой, Вика наконец призналась знахарке, что ради главной роли она изменила мужу и переспала с балетмейстером Антоном. Знахарка сказала, что дело не в измене. Не о ней Вика хочет забыть, а о том, что еще можно и нужно исправить. Но Вика хотела любой ценой добиться своей цели. Она решила сказать своей подруге, хореографу Алле, что ее муж Антон утвердил на роль примы девушку, с которой спит. Так что теперь премьеру буду танцевать я. Представляешь? Алла сказала Антону, чтобы тот разорвал контракт с Катей. С Катей? А кто это? Ну, Катю, которую вместо меня поставили. Я тебе про нее уже 100 раз рассказывала. А, ну да, вспомнил. Так, слушай, ее же недавно только взяли. Уже уволили? Ну, у вас там и текучка. А за что ее выгнали? А, да было за что. Представляешь, она переспала с Антоном, чтобы получить сольную партию. Знаешь, я иногда жалею, что ты у меня балерина, а не бухгалтер. У вас там такие страсти кипят, что мне за тебя страшно. Меня эти интриги не касаются. Я всего привыкла добиваться своим трудом. Ты у меня молодец. И я очень рад, что ты танцуешь премьеру. Вот только беспокоюсь, как бы тебя нога опять не подвела. Да все будет в порядке. Мазь помогает, нога не болит. А если даже и заболит, то моя сила воли победит любую боль. У меня послезавтра премьера, я даже ходить не могу. Нога болит просто невыносимо, даже сильнее, чем когда я к вам приходила в первый раз. Но вы понимаете, я должна танцевать, должна ради своей мечты. Мне даже пришлось подруге рассказать, что и муж изменяет.
Выпей. Фу, какой противный вкус. В настойке никакого вкуса нет. А противно тебе от подлости твоей. Вместо того, чтобы один подлый поступок исправить, ты вторую подлость сотворила. Ну, и чё ж ты хочешь? Никакие отвары и травы не вылечат того, кто живет злом. Я сняла боль, но это лишь на время. Перестань идти по головам. Поторопись исправить то, что еще можно. Не то так и будешь хромать всю жизнь. Лер, мне Алла сказала, ты в форму пришла? Да, вполне. Я решила пока не лезть с этим к Антону. Не хочу переходить тебе дорогу. Ты же так мечтала играть Жизель в Москве и пахал для этого полгода, не разгибаясь. Нет, Лер. Танцевать должна ты. Что случилось? Ты из-за ноги боишься? Ну да, из-за ноги. Вика, ты почему опаздываешь? Через полчаса генеральная репетиция. Антон, я не могу танцевать премьеру. Что? Я не буду танцевать премьеру. Ставьте Леру, она это сделает лучше всех. Очень интересно. Скажи, пожалуйста, а что это такое произошло у нас? То ты всех конкуренток с дороги убираешь, а теперь вдруг сливаешься. Что, совесть проснулась? Антон, о чем ты? Каких конкуренток Вика убирает? Сначала тебя, потом Катю. Это же из-за нее. Упала, порвала сухожилие. Это из-за ее подлянки. А потом еще Али сказала, что я с Катей сплю. Так ты все знал про Леру? Не дурак. Ищи, кому выгодно. Вик, ты что, серьезно? То есть это ты масло мне вылила на ступеньки? И лампочку наверняка она выкрутила. Может, ты мне все объяснишь? В тот вечер только ты оставалась в репзале и хотела позаниматься. А Антон мне сказал, что Жизель будешь танцевать ты. Я вообще тогда себя от обиды не помнила. Я с этим козлом переспала, он все равно главную партию отдал тебе. И еще сказал, что ты в 100 раз талантливее меня. А это все несправедливо, потому что я всю жизнь пашу как лошадь, а тебе все просто так достается. Ну, знаешь, я в этом не виновата. Жаль, что у меня больше нет лучшей подруги. И у меня тоже. Так значит, ты переспала с моим мужем? Ну что ж, посмотрим, что твой Миша на это скажет. Миш, подожди, я тебе сейчас все объясню. Не надо. Алла мне уже все объяснила. Миш, ну я не хотела тебе изменять. Это Антон меня заставил. Он сказал, что без этого я никогда не получу сольную партию. Ну, конечно же. Нет ничего важнее этого. Знаешь, я по горло сыт твоим балетом. Как только Вика нашла в себе силы отказаться от сольной партии и призналась Лере, что это она виновата в ее страданиях, недуг отступил. Со временем Михаил простил свою жену, у них родился ребенок, а Вика стала хореографом. Ноги болят, когда подлость совершаешь и идешь к цели по головам других.